Двигаясь к раскопкам, которые нашли Александра Невского. Но, как я узнал, что тут до этого были еще Олегом Трусовым чистились вот эти крипты, которые нашли. Мы сейчас спустимся сюда. Вот. Это то, что нашли и чистили эти подвалы. Помещение такое маленькое, что-то хранили. Если вот так посмотреть, конечно, что-то было здесь. Скорее всего, это не один такой подвальчик. Интересный такой. Видно, какие-то проходы заложены. Смотрите. А, об решетка. Значит, тут был когда-то выход. Если вот так посмотреть на своды, они все облупленные такие. То есть кирпич весь развалился со временем. Наверное, все-таки влияет погода. Ну, вот так выглядит внутри вот эта крипта. Ну, ее так называют архитекторы. По простолюдивому многие называют подвалом. Вот. Вот так он выглядит, чтобы уже видеть масштаб. Вот. Сейчас. Ну, тут не настолько большое, но интересно все равно. Какой-то музей организовать или еще что-то. Даже хранение было какое-то, скорее всего. Тут что-то такое. Если вот сюда посмотреть. О! Оказывается, подвал идет дальше. Видите, тут труба идет. И дальше идет. Значит, что-то было когда-то. И даже массивно такие. Тут сводчатый потолок. Ну что вам скажу? Интересно выглядит. Это надо обследовать. Это должны заниматься археологи. Ну, так интересно выглядит. Ну, я еще побыл внутри церкви и снял, как она выглядит внутри. И, конечно, для того церковь сама уже ее нужно тоже приводить внутри порядок, потому что там уже давно требуется внутри ремонт. Ну, сама церковь Александра Невского построена на фундаменте бывшего Бернадинского костела. И, скорее всего, вот, где мы идем, наверное, везде подвалы есть какие-то или еще что-то. Ну, правильно говорят, крипты, не знаю, как точно. Ну, не судите строго. Облик Александра Невской церкви изменился, когда очистили ограду церкви, а также пристройки к ограде очистили от побелки. И облик, конечно, изменился, и церковь стала выглядеть гораздо красивее. Снаружи пока все выглядит хорошо, красиво, но внутри тоже требуется привести здание в порядок. Вот так выглядит ограда, как ее очистили. Я уже до этого показывал, часть ограды была восстановлена, потому что она была накорена. Я еще зимой снимал и показывал, что если что-то не делать, то она полностью валится. Вот так она выглядит. Еще раз хочу призывать вас, если вы желаете помочь городу Мстиславлю и вам интересен город, то
присоединяйтесь к благотворительному фонду, а также в группе ВКонтакте, в Одноклассники есть эти группы. Присоединяйтесь, рассказывайте, сообщайте, что есть город. Потому что, если вот так посмотреть, то Мстиславль, он находится как ощепенец. Ну, вот по карте, если посмотреть, железная дорога мимо него прошла. И получается, нету таких торговых объектов даже в городе Мстиславле, которые бы помогали городу. Город изменился и в лучшую сторону. Понятно, что многим не устраивает, но он должен был как-то меняться. Вот и все. Если говорить о молодежи, о семьях, то для молодого поколения тоже требуется, чтобы город был красивее. Ну и, наверное, если больше туристов будет в городе Мстиславле, наверное, тогда появится больше каких-то кафетерий, там, общепита, какие-то сувенирные лавочки появятся. Может, кто-то из местных начнет заниматься тем, что будет изготавливать что-то интересное. Ну, то есть, все-таки для того, чтобы туризм развивался, процветал, для этого и надо, чтобы город дальше становился краше. Ну и также объекты восстанавливались. Вот и все. На этом у меня все. Делитесь видео, ставьте лайки, комментируйте. Я жду от вас комментарии. Так что всего хорошего.